Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой. Просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы прошлый торговый день с точки зрения выхода важных новостей, статистики, отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Ну и плюс уже мониторим текущую ситуацию, текущую позицию. Так, что вижу, у нас народ постепенно подключается, плюсики у нас стоят, угу, отлично, так, возражений нету, ну тогда что, начнем с золота, ну и вообще, вчера у нас день был достаточно динамичным, волатильным, мы увидели в очередной раз, да, укрепление, глобальное укрепление позиций американского доллара, да, опять же, все это неспроста, это я могу точно сказать, все это неспроста. И вот что касаемо золота, вчера, конечно, это было очень сильно, очень мощно и в то же время неожиданно, то есть мы пробили зону нашей психологической поддержки, нижнюю границу 1300, мы прошли ее, причем достаточно быстро ее прошли, да, без всяких задержек, консолидаций, колебаний, то есть сразу же движение тремя большими свечками, если четырехчасовку посмотреть, то это две свечи было длинных черных. И спокойно мы прошли зону также за ней 1295, 3.26, да, и, соответственно, 1277. И это еще, конечно, не конец, потому что начало недели, да, сегодня еще порция будет статистики по Америке. Мы по цифрам сегодня посмотрим. Вообще, в принципе, ожидаем еще сегодня укрепление американской валюты, то есть поэтому все инструменты, да, которые у нас сегодня есть, все за исключением одного инструмента, это евро-доллар, да, то есть везде можно ставить учет, да, то есть и ставить, как говорится, ставку на рост американского доллара. Вот. Что касаемо одного инструмента, исключение, это евро-доллар, вот мы как раз к нему вернемся, да, то есть не то, что вернемся, а перейдем к нему и уже рассмотрим, почему есть на сегодняшний момент исключение евро-доллар. Вот, по золоту, конечно, ситуация, сейчас мы видим небольшой возврат, граница 1277, естественно, после вот таких сильных движений динамика, то есть всегда есть небольшая коррекционная волна, да, то есть выкуп и фиксация прибыли, самое главное, да, по золоту происходит. И сейчас мы видим, что идет небольшая коррекция наверх. Но опять же, здесь мы уже что? Мы потихоньку будем его рассматривать, то есть смотреть разворот и уже рассматривать именно продажи. Ну и продажи, конечно, мы об этом тоже с вами говорили ранее на наших обзорах, о том, что если мы пробьем зону 1300, да, хотя я говорил о том, что навряд ли мы это сделаем, что пока на тот момент, да, факторов было недостаточно, вот, но каждый день, да, у нас новая статистика, да, появляются важные сообщения, вот, и вчера в том числе важное было сообщение, про него тоже мы сегодня поговорим обязательно, почему вот и произошло, да, вчера у нас в принципе по доллару особо никаких важных стат данных, макроэкономических данных не было, но доллар вчера укрепился еще более, да, были сильные движения, вот, это опять же повлияли уже новостные факторы. Прежде всего, это выступление чиновников, высоких политиков, глав уже различных банков и представителей ФРС.
системы. В общем, в целом, то есть сегодня мы ждем. Плюс, конечно, еще вот впереди здесь у нас важная зона еще одна. Вот на дневке мы видим 1263.52. Вот, нужно действовать сейчас уже. Ну, те, кто вчера отследил вот это вот сильное движение, да, то есть падение золота, пробитие границы 1300, да, может быть, кто-то зашел в продажу и наверняка уже смогли заработать. Динамика неплохая была вчера. Вот, сегодня ждем, то есть сейчас в процессе мы восстановления немного, да, то есть золото и фиксации уже прибыльных позиций у крупных участников. Ждем разворота и далее будем смотреть уже за движением уже в сторону нисходящего тренда, да, и вот мы видели о том, что у нас была формация, да, такая сужающая формация с нисходящим уклоном, да, и вот вчера как раз у нас было такое усиление, да, нисходящего тренда. Так, как называется ваш индикатор? Про какой индикатор вы имеете в виду, Павел? Не совсем понятно, у меня здесь нету индикаторов никаких. Так, есть ли вероятность, что золото поднимется или упало надолго? Вот. Но опять же, здесь, что касаемо золота, да, это, ну, скажем, такой актив, по которому можно уже определить, да, настроение крупных участников в отношении рисковых активов. Прежде всего, это американский доллар, да, это самое главное. Да, и остальные инструменты, да, это сырьевые активы, то же самое, да, являются высоко ликвидными и рисковыми активами. Вот. Когда появляется определенная тяга, да, к риску, то есть мы видим отражение сразу же на золоте обязательно, и вот вчера в том числе. Все это началось, конечно, раньше еще, с начала недели, с понедельника, когда у нас вышла хорошая статистика по производству, да, то есть это все, конечно, это все помогло, и уже вчера сильный импульс. Вот, поэтому мы уже здесь, конечно, в связи вот с текущей ситуацией, обстоятельствами, то есть мы уже будем ориентироваться на продажи и дальнейшего движения по золоту вниз. Вот, тем более, если мы будем пробивать границу 1263.52, есть, собственно, у нас факторы, да, которые уже могут привести к тому, что золото пойдет дальше вниз. Вот, прежде всего, это сегодняшние данные, очередная порция важных статистики, да, макроэкономических индикаторов. Вот, и тут уже, конечно, мы с вами будем реагировать на это. Ну и, конечно, настроение сейчас крупных участников, это однозначно, можно сказать, то, что американский доллар, да, по отношению ко всем абсолютно инструментам, да, сейчас растет. И причем растет очень быстрыми темпами, очень сильно, очень видим, какая динамика была. Так, из каких соображений вы золоте встали в сел и не дождались вчерашнего падения? А по золоту я в продажу не вставал вчера. И, ну, у меня не было вчера продажи. У меня продажа была ранее, в понедельник она у меня закрылась. У меня была цель, собственно, 1301.82, и сделка была открыта еще на той неделе, вернее, в четверг, насколько я помню, 29-го, по-моему, или 28-го даже числа у меня была открыта сделка. То есть вот с разворота я открывал сделку и, собственно, цель выставлял 1301.82. Вот у меня закрылось. В зеленой зоне, когда цена находилась, я не торговал. Вчера те, кто был на обзоре, видели. То есть я, опять же, самое главное, выход из зеленой зоны вчера произошел. Но единственное, что вчера, конечно, я по золоту не стал открывать. Хотя я видел вот это вот движение, да, то есть у меня другие сделки
открыты, приоритет у меня на другие активы сейчас. На самом деле, поэтому по золоту, ну, как появится возможность, да, то есть, ну, и разгрузка депозита у меня произойдет, фиксация позиций, там уже, конечно, буду присутствовать. Вот. А остальные, собственно, уже, ну, в любом случае, думаю, что те, кто застали это движение, пробитие границы зеленой зоны, те смогли заработать. Так, 1325. Так, 1325, так, это, ну, наверное, вы про себя, да, имеете в виду? 1325, потому что, ну, я-то в любом случае, у меня чуть-чуть ранее. Ну да, да, где-то 1325, ну, чуть повыше. Вот, 1027, где-то вот так у меня, 1327. Цена движения, то есть, ну, самое главное, конечно, о чем я с вами говорил, о том, что был на тот момент, да, то есть вот, как раз таки граница, и мы видим вот именно на дневке, обратить внимание, что вот эта зона была очень сильная поддержка. Вот, сильная поддержка для золота. И вчера эта поддержка была пройдена уже с четвертой попытки. Здесь вот мы видели, да, было несколько попыток. То есть вот она, раз попытка, два, три, четыре попытка, возвращались, и уже с пятой попытки мы прорвали эту зону, причем очень мощно, сразу уже быстро одной дневной свечой, видите, да, какая свеча, давно таких свеч не было у нас, поэтому дальше будем смотреть. Ну и здесь опять же то, что было ранее, да, цель, она зафиксирована, дальше уже, собственно, будем действовать по факту, я всегда об этом говорю, поэтому уже здесь даже и нечего больше сказать. Так, открыто buy 1364.50. Что мне делать? Посоветуйте, пожалуйста, открыть sell. Когда открыть sell и открыт ли? 1364.50. Это где у нас? 60 в бай открыт. 64. Ой-ой-ой, ничего себе. Это вы до сих пор держите. А бай. Ну, тут уже на самом деле перспективы сейчас пока не очень радужные для золота. Вот, в связи с последними событиями, еще плюс впереди у нас нонфарм, который еще обещает добавить нам огонька. И так уже в разгоревшееся пламя. И тут, конечно, ну, надо делать кардинальные меры, применять. Вот. Силовые позиции обязательно. И это надо было делать вчера еще по золоту. Конечно, после пробития нашей зеленой зоны надо было делать. И помимо этого, то есть сейчас все-таки ждать тоже того же разворота, и на развороте опять же смотреть активные продажи, то есть уже на усиление позиций, очередных позиций американского доллара. Вот это главное, поэтому, ну, тут, конечно, бай у вас очень далеко открыт, практически с макушки здесь. Но тут, конечно, ну, пока не поздно, совсем не поздно, да, тут, ну, зафиксировать лучше всего, потому что на ближайшее время рассматривать восстановление позиций золота, да, вот, вообще кардинально, да, скажем так, движение наверх, ну, пока нет. Вот, ну и плюс еще есть факторы, сейчас перейдем к ним, объясню, вы уже сами поймете, почему нет. Что касаемо рубля, мы здесь видим доллар-рубль. Вчера закрыли мы гэп, раз, и, собственно, идем сейчас к 63.03. Вот, и несмотря на то, что и рынок черного золота у нас растет, нефти, да, причем, ну,
растет достаточно неплохо. На фоне той же статистики, вчера у нас была статистика по коммерческим запасам, и цифра вышла отрицательная, то есть снижение запасов, и это позитивный фактор для рынка черного золота. Поэтому здесь, конечно, дальше, скорее всего, мы увидим движение, продолжение движения наверх, и дойдем мы как раз до ближайшей нашей границы 63.03 по нашим покупкам. Покупки по доллару-рублю. Да? Но опять же, для тех, кто активно следит, торгует данную валютную пару. Вот. Ну и плюс, может быть, сегодня, если мы увидим пробитие данной зоны, что вполне вероятно, наверх, да, тут уже будем рассматривать дальнейшие покупки до границы 63.46. Вот. Ну и евро-доллар, пожалуй, самое интересное, что было вчера, и, можно сказать, непредсказуемое уже было движение, абсолютно непредсказуемое. Мы видим, что вчера у нас евро-доллар дошел до нижней границы. Да, казалось бы, что мы сможем пройти эту границу 1.11.30 вниз, пробить для того, чтобы зайти в продажу. Да, то есть у нас с вами как раз-таки было условие, да, по продажам евро-доллара. Если мы пробиваем нижнюю границу, мы ее не пробили, и мы видим резко просто уход наверх. И тут уже мы... реагируем на уже теперь пробитие, да, которое было совсем недавно, граница 1.12 зоны. Так, прервусь, у нас тут вижу еще вопрос, а что вы думаете будет на нонфарме? Вот что касаемо нонфарма, есть определенные ожидания у меня, и жду уже с нетерпением на самом деле нонфарма. Если интерес есть, я вот как раз таки в самом начале нашего обзора я скинул ссылочку на нонфарм, то есть у меня будет специальный курс, спецкурс подготовленный именно на этот нонфарм, потому что он обещает быть достаточно интересным и волатильным, где можно заработать. То есть если будет у вас желание, возможность, можете перейти по этой ссылке и зарегистрироваться на курс. В пятницу он будет как раз на самом нонфарме. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. Там я уже все расскажу, покажу. Сейчас пока не до этого. На самом деле у нас есть другие факторы, которые мы должны разобрать. Вот, что касаемо евро-доллара. Вот этих вот движений, да, уже укрепление евро против американского доллара, несмотря на то, что доллар вчера укрепился против всех, кроме евро, да, то есть опять же это исключение. Что здесь можно отметить? Вчера было определенное сообщение из источников определенных. Главными источниками выступили информационное агентство Bloomberg, которое опубликовало статью о том, что ЕЦБ, да, планирует сокращать программу покупки активов. То есть сужать QE, так называемое, да, которое у них сейчас, да, и размеры этого QE составляют 80 миллиардов евро. Вот, и они планируют это сделать, сокращение раньше планируемых сроков. У них до конца срока, то есть конец программы самой, был запланирован на март 2017 года. Вот сейчас они планируют постепенно сокращать эту программу там по 10, насколько я помню, 10 миллиардов, да, на 10 миллиардов евро будет сокращение. И вот в связи с этим сообщением, которое было вчера, да, евро отреагировал именно укреплением своим, да, о том, что, конечно, это повлияет сразу же, да, и это первый путь к тому, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику, да, и к первому повышению процентной ставки уже в дальнейшем в Европе.
Вот это очень важный момент. И вчера, конечно, инвесторы не оставили это сообщение без внимания, отреагировали. И вот увидели просто резкое противоположное движение, динамику наверх с пробитием зоны 1.12. То есть в любом случае, пока мы находимся в диапазоне по евро-доллару, то есть нижняя граница у нас по-прежнему 1.13, 1.11.13, верхняя 1.13 ровно. Вот. Поэтому пока ждем, в общем-то, евро-доллар пока не трогаем, потому что здесь, опять же, есть, конечно, очень сильная борьба, потому что и евро вырос, да, у нас, и на фоне этого сообщения продолжит сегодня укрепляться, да, ну и плюс позиция американского доллара тоже укрепляется. Вот, что касаемо американца, да, вчера очень неплохо он укрепился к тому же, да. Главным фактором укрепления, опять же, прозвучали сообщения от Лоретты Мейстер. Это, собственно, президент Федерального резервного банка Кливленда, и она вновь призвала к повышению процентных ставок США и сказала о том, что все-таки нужно в этом году, да, то есть будет неплохо, если мы там на ближайшие из там двух заседаний, которые остались, да, в этом году, это вот ноябрьское и декабрьское заседание, и она все-таки ожидает о том, что большинство, да, уже крупных политиков, представителей Федеральной резервной системы проголосуют за повышение процентной ставки. И вот это, конечно, просто вчера рынок взбодрило еще больше, да, инвесторов, и ожидания, самое главное, повысились. Есть так называемый фьючерс, да, на повышение процентной ставки ФРС США. Вот сейчас он составляет уже 63% вероятности о повышении в этом году. Вот, и в свою очередь, конечно, эти слова, они еще добавили огня, да, и еще больше укрепили американский доллар, потому что заставили уже крупных участников, да, надеяться на то, что действительно будет повышение процентной ставки. Вот, это одно из таких главных вчерашних было событий, и которое дало на рынке резонанс, динамику очень сильную. Вот, и по всем инструментам мы увидели вчера просто хорошее движение уже, ну, собственно, в американскую сессию в том числе. Вот, помимо этого, что здесь можно отметить? Ну, вчера еще была статистика у нас, ну, скажем так, более второстепенно уже, от Института управления поставками. У нас вчера статистика была по индексу менеджеров закупок в производстве. И этот индекс вырос вчера до значения 51,5 в прошлом месяце с августовских данных, которые были на уровне 49,4. Вот. И плюс аналитики уже прогнозировали меньший рост до 50,3. То есть был прирост данного индекса, ну тоже немного позволил, плюс еще к тому же, укрепить позиции американской валюты. Вот таким образом, поэтому сегодня мы наблюдаем активно за парой евро-доллар. Пока лучше, конечно, не трогать, потому что вполне могут быть повторения, да, вчерашней ситуации. Плюс, по-моему, сегодня у нас тоже будет выступление, и уже завтра, по-моему, накануне будет заседание ЕЦБ по монетарной политике. Комментарии, собственно, вот нужно будет посмотреть, и, может быть, сегодня тоже кто-то из членов правления ЕЦБ выступит, да, уже с определенными тоже заявлениями, которые заставят задуматься крупных участников и, опять же, укрепить евро, да, несмотря на то, что и американский доллар будет укрепляться, да, поэтому такие вот движения разнонаправленные тут на самом деле сбивают с толку, да, и очень тяжело зафиксировать при таких движениях разноправленных результатов. Вот, ну и все-таки, да, вот по тем же продажам тут лучше всего дождаться, да, хорошим продажам, дождаться пробития зоны 1.11.30, то есть нижний диапазон
нашего боковика, который сейчас есть по евро-доллару. Далее британский фунт, который продолжает падать у нас. Опять же, двойной здесь фактор, это выступление премьер-министра Британии Тереза Мэй, которая в свою очередь очень хорошо уронила британский фунт. Прям с понедельника фунт у нас валится достаточно активно, и фунт тоже у нас пробил зону, важную зону поддержки 1.2793. Движемся вниз. Сейчас мы видим попытки возвратиться к важной зоне, да, так называемый ретест. И вот вчера тоже я об этом говорил уже на дневном своем обзоре, о том, что все-таки здесь что надо дождаться, посмотреть, возможно, ретест, да, фиксация прибыли, и уже после этого можно ожидать уже новый скачок, движение уже вниз, новый импульс, и уже на этом импульсе работать, да, то есть уже заходить в продажи с обновлением уже новых минимумов, естественно. Вот. Ну и сегодня, как вариант, конечно, нужно ожидать, то есть открытие в Америке уже нового импульса вот в связи с поступающей статистикой, которая будет у нас накануне буквально. Так, что у нас тут новые сообщения? Так. Можно ссылку по Non-Farm. Андрей, у нас ссылка, посмотрите в чате, у вас там в начале самого чата есть ссылочка, вторая. Я ее отправил, то есть можете перейти по этой ссылке, она уже есть у вас в чате. Вот, чуть поднимитесь просто. Так, так, что у нас тут еще нового? Получается, после пробития, если он состоится, то можно в целом спокойно заходить. А по золоту, да, по золоту еще вчера можно было спокойно заходить, после пробития 1300 можно заходить. То есть сейчас пока мы видим небольшое движение наверх, то есть коррекция, собственно. Вот, фиксация прибыли идет сейчас, вот, по позициям коротким. И далее уже на развороте уже активно смотреть движение уже в другую сторону и все-таки уже рассматривать продажи. Так, что вы думаете? Будет так, что можно получить платно? Рафаэль, да, совершенно верно, это условно платный курс с пополнением, но там в дальнейшем вы можете, собственно, вывести деньги. Так, по золоту уже говорил, да, Сергей, по золоту мы уже сказали. Так, золото у нас, ну, опять же, те, кому нужно будет повторить, я уже после окончание нашего обзора через 15 минут где-то выложу на наш канал Альпари в Ютубе, выложу запись, можно будет посмотреть. Так, у меня тоже позиция по золоту, серебро пришлось залокировать. Теперь вот не знаю, сколько сидеть с этим замком. Так, где можно оперативно читать эти выступления? Семенихин Сергей спрашивает. Различных, ну, самый оперативный источник, конечно, это сайт Bloomberg. Вот, но он на английском языке единственный, да, то есть здесь, если знаете, то для вас, я думаю, проблем не составит. Это самый оперативный источник информации в мире, да, я бы сказал, первый источник. Потом уже, собственно, от этого источника по миру разлетается информация, в свою очередь. Так, вот у нас Рафаэль правильно говорит о том, что замок – это головная боль, собственно. Головная боль, и нужно, самое главное, это правильно выходить из замка. Так, я в sell стал, 1291, вот ТП теперь определить надо. Так,
фарме повезет и золото попрет вверх. Не знаю, возможно, возможно. Так, пожалуйста, где можно быстро прочитать выступление ФРС? Так, золото, так, сегодня планируют откат до 1283, а там, скорее всего, еще ниже прорвется. Вот Дмитрий, правильно, я об этом тоже говорил в самом начале. Так, тоже об этом думаю, сейчас корректируется, далее, наверное, полетим. Да, совершенно верно. Так, вижу, как думаете, иена пробьет 104.50. Сейчас до иены дойдем. Так, ну, в общем, по фунту, да, мы с вами по фунту остановились, не договорили, да. Фунт у нас, в общем целом, двигается, сейчас ослабляется. И несмотря на то, что есть определенные позитивные факторы, да, в виде, опять же, таких вот краткосрочных макроэкономических индикаторов, которые выходят у нас. Вот вчера, допустим, у нас также были данные по индексу деловой активности в строительном секторе, и данный индикатор увеличился до значения 52,3 пункта со значения 49,2. То есть краткосрочные показатели, они, в принципе, всегда выходят лучше уже после Брекзита. Вот, это тоже такой фактор, который учтется, то есть не сегодня, да, там, не там через месяц, да, не в этом месяце, возможно, но там через несколько месяцев, да, может быть, там через там на следующий квартал, да, уже будут учитываться, когда будут выходить уже среднесрочные показатели, да, различных макроэкономических индикаторов. И там, конечно, будет учет, и фунт уже, конечно, будет укрепляться. Но сейчас есть более весомые факторы, да, которые перекрывают вот эти вот небольшие позитивные моменты по фунту. Поэтому фунт, несмотря на это, продолжает свое снижение. Вот. И главным фактором, конечно, нужно сказать спасибо премьер-министру, да, уже Британии, которая уронила фунт достаточно неплохо. Вот, и до сих пор фунт не может очухаться, двигается уже вниз, собственно, продолжая свое движение. Вот сейчас пока мы видим на 4-часовке во флете. Вот. Что касаемо швейцарца, швейцарец вчера у нас дошел до цели по покупкам. Это 0.9813. Сделка у меня вчера закрылась. Покупка была. И сейчас, пока мы видим, продолжаем, пошел у нас разворот на 4-часовке, продолжаем двигаться в диапазоне также, то есть евро-доллар и доллар-франк у нас движется в диапазонах. Вот, где у нас нижняя граница, собственно, составляет 0.9659 и верхняя граница 0.9813. Вот они, две границы, и в этих рамках мы двигаемся. Сейчас, пока у нас идет небольшое восстановление, да, и фиксация, собственно, тоже позиции на покупку и движение вниз. Ждем, где у нас будет сформирован очередной максимум, и все-таки нацелены на укрепление, дальнейшее укрепление американской валюты. Вот. По поводу доллар-франка здесь уже нужно рассматривать его детально сегодня вечером на открытии американской сессии и уже по факту выхода важной статистики, которая будет сегодня. То есть, и где мы увидим разворот, то есть на очередном локальном минимуме на развороте уже будем искать покупки, собственно. И, возможно, даже в ближайшие там дни, да, сможем пробить верхнюю границу нашего диапазона, возможно, это 0.9813. То есть, посмотрим. А пока ждем в процессе формирования локального минимума на 4-часовке, где сформируемся, отсюда уже на развороте будем покупки искать. Вот. Ну и иена, да, что здесь можно сказать? Вот по иене вчера иена, ну, на самом деле, наверное, лучше всего показала динамику, да, ну, единственное, можно сравнить, наверное, только золото, да, вот золото, иена вчера, доллар, иена, два инструмента, которые просто в однонаправленном движении, в порядке, да, без всяких коррекций, двигались в одну и ту же сторону, да, то есть с учетом укрепления американца. Вот. Здесь очень важный момент все-таки для меня. Да, я вчера открывал позиции, да, по продажу, и потом, собственно, опять же, уже вечером открыл покупку.
Почему? Потому что, ну, есть на текущий момент такие краткосрочные факторы, которые влияют на американские доллары, причем положительно влияют, и с учетом уже сегодняшней статистики, которая тоже может укрепить американскую валюту. Но здесь есть что? Если рассматривать техническую картину, то есть пока у нас среднесрочно есть нисходящий тренд, и у нас есть максимум предыдущий среднесрочный, который был сформирован, и этот максимум он еще не пройден. Да? И опять же есть моменты, зоны, откуда мы можем именно по технической картине, да, то есть мы можем развернуться, как раз таки вот ближайшая зона 103.10, да, 103.50, откуда уже можно ждать, все-таки можно ждать разворота. Но если у нас продолжится, да, определенные сообщения, которые будут связаны с процентной ставкой, да, с ужесточением денежно-кредитной политики и позитивная статистика, но тут уже, скорее всего, мы пройдем дальше, да, нежели там 103 и 103.50, то есть уйдем уже наверх с возможностью обновления вот этого вот максимума. Вот, и как раз таки, кто у нас там писал, я вижу, там 104.50 дойдет, да, вполне возможно. Вот, вполне возможно, но опять же, здесь еще нужно учитывать факторы, да, помимо важных макроэкономических факторов, да, здесь еще нужно учитывать политические факторы именно вот по части Америки, да, выборы. Президентские выборы, которые по большей части нагружают как раз-таки американский доллар и давят на него. Вот. Выборы кандидатов и главное, на что опять же реагируют доллары, в свое время тоже вот мы об этом говорили, были первые теледебаты, так называемые, да, когда американский доллар изначально был... Ну, собственно, было давление на него оказано, а потом впоследствии укрепился. Вот, давление оказывает, ну, собственно, сам кандидат, один из кандидатов, да, в президенты, Дональд Трамп, оказывает давление. Вот, потому что есть у него кардинальные методы, да, уже устоявшейся такой, скажем, политики в Америке, да, и когда происходят эти кардинальные, да, или могут произойти, то есть, когда может создаться неопределенность, да, как правило, валюта не любит неопределенность, и, ну, опять же, не любят неопределенности крупные участники, да, поэтому это создает давление на американскую валюту, и вот близится уже, да, совсем скоро, там, по-моему, в начале 8 числа, 8 ноября состоятся уже выборы фактически в Америке, и вот перед этими выборами все равно нужно ждать помимо этого сильного глобального роста, да, еще и давление, то есть может даже такие разнонаправленные движения будут. Вот, ну и, конечно, это тоже фактор есть, но сейчас более важный фактор, который все-таки пересиливает, да, это вот макроэкономические индикаторы и ожидания все-таки повышения процентных ставок. Вот. Так, как вы выходите из замка по иене? Ну, сейчас не подскажу, но если как-нибудь время, может быть, на дневном обзоре, если время будет, то что уже мы отстаем, еще с вами не все инструменты разобрали, постараюсь уже рассказать, да. Так, как же зона, так, перепроданность по золоту. Ну, здесь опять же, пока еще нельзя сказать о том, что существует, да, на текущий момент такая зона. Здесь самое-то главное, это внешние факторы, да, которые влияют на данный актив, да, и настроение крупных участников. Вот, пока мы говорим о том, что идет продолжение, да, давление на данный ресурс. Так, частичное пополнение счета засчитывается для прослушивания курса. Елена, да, совершенно верно. То есть, если вы там, скажем, ну, до пятницы, да, вы там пополните на определенную сумму, это будет засчитано. То есть
пополняете счет и далее уже подаете заявку. Главное не забыть подать заявку на просмотр курса, потому что бывают некоторые пополняют счет, да, и думают, вот сейчас я посмотрю, а самое-то главное не сделали, заявку-то не подали на просмотр, да, чтобы вас зарегистрировали, собственно, на курс. Вот, поэтому не забывайте, то есть пополняйте и далее уже регистрируйтесь на сам курс. Так, пополнение только в рублях. Нет, в любой валюте можно, то есть здесь опять же во всех можно, в евро, можно в долларах. То есть, ну, опять же, эквивалентно. То есть здесь опять же каких-то ограничений нету абсолютно. Там, ни по сумме, ни по валюте. Пожалуйста, пополняйте. Так, далее давайте доллар-иена. Ну, думаю, с доллар-иеной мы с вами закончили. А, или мы даже не... Да, в общем, здесь что? Ждем движения. Опять же, если мы пробиваем все-таки зону 103 и 103.50, да, ну, тут уже дальше, опять же, те же покупки. Сегодня ориентируемся по той же доллар-иене все-таки на открытие Америки и на выход важной статистики на сегодня, который может дать еще динамику. Вот, если сегодня цифры у нас оправдаются, ожидания по статистике, то увидим уже пробитие этих зон. Ну, тут что касаемо 103 зоны, да, уже здесь можно будет рассчитывать, да, на дальнейшие покупки до как минимум зоны 103.50, и уже после пробития зоны 103.50, тут уже дальше движение уже до зоны 104, да, 104.50. Что мы, в принципе, можем, да, сделать. Вот, плюс еще впереди важные события. Далее, канадский доллар. Здесь мы видим, что вчера мы прошли границу 1.3175, откорректировали сюда и пытаемся развернуться. Здесь я уже говорил о том, что пробиваем, да, то есть по развороту уже можно рассматривать покупки. Конечно, очень аккуратно, потому что рынок черного золота тоже влияет, да, на канадский доллар очень хорошо, и все при том, что золото тоже у нас укрепляется, черное золото, и здесь уже рассматриваем, то есть уже опять же, что касаемо доллара, канадца, нужно смотреть уже ближе к открытию американской сессии, в динамике восстановления, и уже если мы пойдем наверх, покупка, главная цель у нас это зона 1.3242, и это очень неплохое сейчас сопротивление на среднесроке. Вот если мы посмотрим, вот были у нас попытки пробития данной зоны, пока ничего не получалось. Вот, и ждем, если мы эту зону пробиваем, ну, дальше уже главное для нас дождаться пробития, и чтобы цена у нас зафиксировалась выше данного уровня 1.3242. Если мы фиксируемся, идем, соответственно, дальше уже. Вот, ждем постепенно. И тут еще такой момент, да, с точки зрения технической картины, здесь мы видим, да, на 4-часовке у нас минимумы формируются каждый, да, выше предыдущего, и плюс вчера мы на 4-часовке обновили максимум, который был сформирован у нас ранее у границы 1.3175, уже про золото, думаю, 30 числа как раз. Вот, и сейчас вот постепенно мы видим, потихоньку пытаемся уйти от границы наверх уже с возможностью дальнейших покупок. Вот, по австралийцу, что здесь можно сказать? Ну, как мы вчера тоже с вами отметили о том, что австралиец у нас, и вот ранее наши обзоры, да, я говорил о том, что нужно ждать разворота, и железные наши продажи были после пробития зоны 0.7644. Вот я уже в свою очередь зашел тоже в продажу вчера, поздновато, но зашел. Вот, то есть было пробитие у нас зоны, и сейчас вот мы видим после ретеста, опять же, вот к этой границе важной 0.7644, уже пытаемся уйти вниз, и плюс к тому же у нас есть следующая граница, это 0.76,
при условии ее пробития уже здесь, ну, будет полностью открыта дорога к зоне 0.7558, где у меня стоит, собственно, цель по моим продажам, то есть австралиец с долларом. Да, у нас идет вниз движение, ну и тут, конечно, приоритет именно на продажу австралийца. И с учетом сегодняшних уже новостей, статистики, да, которые могут добавить движение вниз, да, и уже с возможностью пробития 0.76, продажи однозначны. Вот таким образом. Вот. Что касается австралийца, да, у нас сегодня тоже была статистика, вот что с утра по розничным продажам, и почему у нас и произошел вот этот вот разворот наверх, да, коррекция к верхней зоне, а связано прежде всего с розничными продажами, данными. Розничные продажи — это очень важный макроэкономический индикатор абсолютно для всех стран, и на этот индикатор статистику реагирует. И вот уже розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0.4%, что ниже прогноза экономистов 0.2%, и, собственно, выше июльских, вернее, выше прогнозов экономистов, да, 0.2%, и выше уже прошлых значений, июльских значений 0 ровно. Вот, это главное, и уже в отчете Австралийского бюро статистики говорится, что объем розничных продаж в сентябре поддерживается устойчивым ростом в сфере занятости, а также улучшением потребительского доверия. Это самое главное. И розничный товарооборот вырос на 0.1% в августе месяце 2016 года, вслед за подъемом на 0.1% в июле 2016 года. Вот. И, конечно, здесь уже оценки, да, и уже сентябрьских показателей оцениваются с дальнейшим ростом, потенциалом. Потенциал роста есть. Вот, поэтому здесь уже что, увидели мы небольшой разворот, но давление и главное то, что американский доллар, да, сейчас перекрывает все эти позитивные моменты, макроэкономические индикаторы, которые выходят по различным странам, да, то есть это и Британия, это и Австралия, это и Новая Зеландия, вот, к которым мы сейчас перейдем. То есть в любом случае здесь давление, да, в связи с глобальным укреплением американцев. То есть поэтому ждем дальше движения вниз. Вот. И по новозеландцу здесь мы видим тоже ситуацию. Да, мы об этом говорили вчера. Пробитие зоны 0.7242 произошло. Да, продажи, собственно, цель по продажам у нас первая — 0.7209. Ее тоже пробили мы. И идем мы к границам 0.7140. Далее для нас это зона 0.7116, здесь у меня как раз и стоит моя цель по продажам. Далее это 0.7050, зона, все это у нас есть для достижения, дальше будем только смотреть, ожидать. Что касается новозеландца, да, и Новой Зеландии у нас особо интересной статистики не было вчера, поэтому мы уже учитываем позиции американского доллара в большей степени. Так, ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас на сегодня по цифрам интересного будет. Так, сегодня у нас среда, 5 число. Так, вот в 11.00... Еврозона, индекс деловой активности в секторе услуг от Market, прогноз 52 ровно, по сравнению с предыдущим значением 52.1. Небольшое давление, тот же индекс составной уже, здесь мы видим без изменений значения, то есть в общем целом смотрим. И также отдельно по Германии 10.55, индекс деловой активности в том же секторе услуг 50.6, тоже без изменений, составной индекс 52.7. Ну, в общем, в целом, конечно, особо не повлияет. Так, далее,
по Британии уже индекс деловой активности в секторе услуг от Market 52-52,9, видим чуть хуже прогноз. И вот уже розничные продажи, на которые могут обратить внимание, в 12.00 минус 0.3% снижение видим, да, то есть по сравнению с цифрой 1.1. И здесь мы видим по году тоже 1.5% по сравнению с прошлым значением 2.9. Вот, и это, конечно, может оказать давление уже на евро само, и увидим, возможно, увидим как раз сегодня снижение валютной пары евро-доллар. Так, и далее вот сегодня главные, пожалуй, новости. Открытие Америки. Отчет ADP о занятости в частном секторе. Обращаем внимание цифры. Прогноз 166 тысяч по сравнению с прошлым значением 177. Прогнозы хуже, чем прошлая величина. Ждем фактов, собственно. Далее торговый баланс. Здесь мы видим цифры. Баланс отрицательный, да, то есть дефицит, но видим, что сокращение идет небольшое по ожиданиям, сокращение дефицита. Вот это такой небольшой, такой позитивный момент будет, небольшой. Далее, так, в Канаде у нас статистика международной торговли товарами. Здесь мы тоже видим дефицит, бюджет минус 2,6 прогноз, да, и видим, что по прогнозам должен увеличиться дефицит. Так, экспорт-импорт, здесь цифр нету. Далее индекс деловой активности сектора услуг от Market, прогнозов у нас нету, к сожалению, составной индекс тоже прогнозов нету. Ну и вот в 17.00, обращайте внимание, сегодня один из главных показателей, на который отреагирует рынок, это индекс деловой активности в секторе услуг, вот ICMI. 53 прогноз, значение 51,4 прошлое. Вот. И по прогнозам мы видим, что данный индекс растет. Да, и по факту посмотрим, если факт у нас выйдет еще лучше прогноза, то тогда, конечно, мы увидим укрепление, дальнейшее укрепление американской валюты. Производственные заказы, также здесь мы видим цифра минус 0,1 по прогнозам. Тоже достаточно важно, 17.00 производственные заказы, 1.9% был у нас по месяцу, да, за прошлый месяц. И по ожиданиям мы видим, что снижение показателя, это уже приведет в свою очередь к ослаблению такого, ну, краткосрочному, опять же, да, в основном. Главное, конечно же, такое уже среднесрочная перспектива, можно сказать, да, усиление позиции американской валюты, это, конечно же, ближайшее заседание Федеральной резервной системы, то есть ноябрьское заседание, декабрьское заседание. Так, и сегодня у нас изменение запасов нефти, нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Вот, и здесь мы видим, что цифра положительная, 2,68, увеличение запасов, да, это негативный фактор, кстати говоря, если факт, прогноз оправдается, или даже цифра выйдет еще больше, то есть будет давление. Так, также сегодня размещение пятилетних облигаций, цифр у нас, прогноза нету, и ночью, в общем-то, уже инвестиции в иностранные облигации, мы видим, есть только прошлая величина. Так, в японские акции здесь мы видим минус цифры, и прогнозов нету, но опять же понятно, почему так происходит. Один из главных факторов, да, это опять же валюта, очень сильная валюта, японская иена, и ослабление опять же фондовых показателей индексов Японии. Так, и 3.30 экспорт-импорт торговый баланс у нас. Так, это у нас цифра минус 2, минус 2.2300, да, получается минус 2.410. Баланс тоже, видимо, отрицательный, собственно, дефицит, да, но по ожиданиям
идет сокращение этого дефицита. Посмотрим. То есть, ну, отдельно экспорт-импорт пока цифры неизвестны. Вот, в общем, в целом, если рассматривать, да, то есть по австралийцу выходят данные, то тут уже посмотрим. Пока, конечно, все-таки больше давления на самом деле будет оказываться. Ну и все, ночью у нас только Австралия и Япония. Австралия и Япония. Поэтому сегодня обращаем внимание на индекс активности в секторе услуг по, собственно, Британии, по еврозоне, розничные продажи, также еврозона, Америка, розничные продажи, производственные заказы, да, извините, то есть розничные продажи только Европа, да, производственные заказы Америка и плюс один из главных сегодня макроэкономических индикаторов — это деловая активность в секторе услуг от ICMI. Тоже обращаем внимание на эту новость. В 17:00 обе будет. Вот. И вот так, судя по прогнозам, да, они могут друг друга уже компенсировать, скажем так, да, разноправленные движения. Поэтому наблюдаем сегодня, смотрим. И если будет продолжение усиления позиции американского доллара, ну, здесь уже действуем однозначно. Так, этот результат хуже, он на укрепление влияет или наоборот на ослабление? Вот, если цифры выходят хуже, ожидания выходят хуже, чем прошлые величины, то, как правило, это ослабление национальной валюты, да? Ну, в зависимости от того, по какой стране валюте выходит новость, та или иная. Так, ну что, в принципе, на текущий момент у меня все. Сегодня мы с вами даже так подзадержались. Ну, было, да, на что обратить внимание, рассказать, показать. Важные очень моменты вчера тоже произошли, в том числе. Я думаю, уже даже кардинально именно в среднесрочной перспективе, в том числе, моменты произошли. Поэтому будем смотреть, наблюдать. Вот, на текущий момент у меня все. Всем хочу пожелать хорошего настроения, главное, удачи и заработать, конечно, на укрепление американской валюты на сегодня и на этой неделе в целом. В общем, вот мы встречаемся уже чуть позже, сегодня в 13:30 по Москве, дневной обзор у нас. Посмотрим, как у нас уже Европа повлияла на нашу ситуацию. Все, всем спасибо и до скорой встречи.